На заседании правительства Московской области министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Храмушин отчитался о промежуточных итогах реализации программ капитального ремонта и ремонта подъездов многоквартирных домов. Более 44 тысяч домов к 2038 году должны быть отремонтированы. Все они включены в региональную программу. На сегодняшний день отремонтированы 9600 домов, что составляет 20% от общего объема. Также до конца года запланировано привести в порядок 30 тысяч подъездов. 41% от общего числа уже отремонтирован. Из нововведений этого года – полная замена старых окон на пластиковые во всех подъездах области. Сергиево-Посадский район по объему выполненных ремонтных работ соответствует средним областным показателям. На данный момент в губернаторскую программу по ремонту вошли 980 подъездов. Они распределены по всем городским и сельским поселениям нашего района. Управляющие компании участвуют в этой программе, получают финансирование при условии подтверждения выполнения работ со стороны жителей, со стороны органов технического надзора Московской области. Из 980 подъездов на данный момент произведен ремонт в 355 подъездах, которые находятся на территории Сергиево-Посадского района. На 2019 год по области запланировано отремонтировать 2099 многоквартирных домов и 14,5 тысяч подъездов. Екатерина Фурсова, Евгений Шевченко. Программа «События».